Всем привет, с вами Спектр Эрика, мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. В прошлый раз нам дались очень с трудом некоторые выборы. В частности, мы каким-то образом умудрились испортить отношения с Карлах. Еще просто на этапе знакомства, и она больше не хотела с нами разговаривать. У нас не оставалось никакого другого выбора. Не, ну, точнее, он оставался, мы могли просто ее оставить в покое. Оставить квест Уилла невыполненным и просто на нее забить, чтобы она там делала свои дела. Но я подумал, что ситуация в принципе вписывается в поведение темного соблазна, поэтому теперь голова Карлах лежит у нас в лагере в чемодане. Грустно ли мне от этого? Возможно. Но таков путь. Великая сила реиграбельности на нашей стороне. Если в этот раз она у нас погибла, то, может быть, если я буду играть когда-нибудь в третий раз, то подарю Карлах лучший финал из всех возможных. Ну, а пока что мы, во-первых, Мизора, это дьяволица, покровительница Уилла, подарила ему мантию за убийство Карлаха. Я подумал, что Вилл ее не заслужил, и ношу ее теперь сам. Потому что мне нужнее, да. Так, а теперь я все-таки хочу сходить разобраться с Медведа Сычом, только я не помню, где он был. Там была пещера. Схожая дорога. Приют. Вымершая деревня. По-моему, вот где-то вот здесь была эта пещера с Медведа Сычом. Давайте пойдем ее поищем. Мы вроде и подкачались, и помоднее стали, и сейчас у нас с ним все должно получиться. Сейчас главное понять, в какую сторону мы идем. Хороший мхом сундук. А че он такой запертый стоит? Никем не вскрытый. Старион, займись делом. Нормально. И шо там, и шо там? Модный шляпа. И чё этот шляпа? Вот, будет он ходить в модном. Ой. А это же можно как-то во скрыть? Скрывать во время диалогов. Просто скрывать. Да, давайте будем скрывать шлем во время диалогов. Потому что, ну, некрасиво. В диалогах надо быть красивым. А тут у нас Шон. Астарион, займись. Так, и чё это у нас тут такое? Какое-то подземелье. Ау! Больно. Карасусура. They call for Susabark.
If only I knew where to find some. Let's have a look. Какая-то кузница хитрая. Ну тут в целом все мы, да, смотрели. А, подожди, вот еще сундучок. Ну, это Астериону надо пойти разбираться с ним. В смысле вне досягаемости? Ты чё, пёс? Ты что себе позволяешь? Недостаточно. Да вы что себе позволяете, ну? А, подожди, мы вот эту забыли еще добавить. 8. Не, нормально. Живем-с. Стальной коварный меч. Кованый. Отписка кузнеца, адское железо. А что за меч? Короткий меч. А Shadow Heart, он, интересно, не подойдет? А, ну она не умеет обращаться с ним. А нам и не надо. Ну ладно, пусть тогда Астерион просто с ним тусит. В смысле, нам теперь отсюда не спуститься без прыжка? Ау! Больно. Ничего интересного. Друзья, там еще какая-то записка была. Это информация про это адское железо. Адское железо на самом деле было нужно как раз таки для Карлах. Это сбор вот этого металла, это был частью ее квеста. Ну, может быть, мы найдем какое-нибудь другое применение ему. Но это не точно. Соли зонтика. О, мы тему шафран можем сублимировать. И соль мы можем какую-то намутить из зонтика воровского. Соль зонтика воровского. Непонятно, зачем это нам все, но прикольно. Так вот, где может быть пещера? Там точно был водопад. Где-то туда это должно было быть. А, вот же она, господи боже. Так, а разговаривать с животными умеет у нас вот она. Значит, вот ею мы и будем разговаривать. Так, мы сохранимся от греха подальше. Вперед. Будем надеяться, что в этот раз все-таки мы справимся с обоими медвесычами, а не как в прошлый раз. А где он? А вот он. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear. What's this? Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son.
soft meat. Это пол копья из головы торчит. It's a splinter. I've got a bigger threat than you with worse. А где торчит-то? В целом атаковать. Как бы этот разговор так и непонятно к чему привел, и как бы мы сюда явно не разговаривать пришли. А вот она призвала и батю. Нормально. Ну, смотри, как мы его унижаем, ее. Там батя даже прийти не успела, а она уже огребла. Ау. Ау. Там что-то Астерион решил огрести. Пойдет. Ну, но она почти отъехала. Зато вон сейчас с батей будем разбираться. Да чтоб вас всех. Астерион. Давай. Самка в минусе. Батя пока не демонстрирует. Малыша не трогаем. Провоцирующий удар нужен на него. А, почему ближний бой? Дальний бой же. Во. Все, мы его запровоцировали. Серьезно? Надо кого-то похилить. Палкой получил. Серьезно? Мы так упорно мажем? Блин, вот я бы, конечно, его... О, знаете, вот так вот мы не цепляем Астериона, но выцепляем Медведа Сыча. Нормально. Да ты серьезно? Ладно. Выхиливай Астериона. Адское возмездие в ответ. Ой, очень хорошо. Не зря ему вкачали, мне нравится. Кусай. Мало дамага, но хоть отхилились. Ну,
Ей. Wake, hungry. A single strike will end his suffering. Не, мы будем щадить детеныша. А что у нее с рукой? А, что она милосердие проявила? You watch speechless as the cub begins to eat his mother. Приятного аппетита. That, or we've just prolonged its misery. Наконечник сломанного копья с... Something good here. I hope. Ну все. Здесь мы разобрались, и малыша мы оставляем, чтобы он там дальше своими делишками занимался. О, а там что-то интересное лежит внизу. Какой-то чемодан. Looks like a shrine to Saluna over there. Oh. This thing won't yield its contents easily. Открыть. А, эта штука будет меня взрывать при попытке открыть? Ну давай, подними меня. Looking ahead. Свиток обнаружения. Зелье общения с животными. Книжка. Зелье лечения. Печать Селуны. А как интересно ее снять? Давайте мы этот подберем. Да вы бесите. Интересно, а если эта мадама покровитель, с покровительницей шар попробует тронуть, что будет? Никак. Блин, а если мы его попробуем ударить дробящим, а у нас ни у кого нет дробящего урона? Ладно, чемоданчик, оставайся стоять здесь. Нам тебя не поднять, по крайней мере, на данном этапе. И нам надо... пойти хилиться. Все время. Опять отправиться в лагерь. И теперь можно будет отправиться в лагерь гоблинов. Толсина поискать, вспомнить про него. Так, желающие пообщаться. Желающие пообщаться. Никто не желает общаться. Seems simple enough. А теперь нет, 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 и эти две нет. Ой-ой. Никаких коварных событий ночью тоже не произошло. Что в целом только радует. И чё вам? Всё, здесь мы разобрались. Можно уходить. Такс, а господа гоблины у нас тусят вот здесь. Поэтому мы через вымершую деревню можем туда пройти, правильно?
this in my youth. Was I sweet once? Улей. Мы добыли мед. Так, мы прибыли в лагерь гоблинов. И что мы тут будем? Найти лекарство, понятно. Принять потенциал, довериться дворецкому. Ну вот, надо победить гоблинов. Кара Сусура. Поискать приданое. А мы не нашли его. Тут ясли. Тут ясли. Тут холсин. А приданое это где может быть? В приюте Вокина порыться. Там может быть приданое. Ну да ладно. Unless you got another reason to be here, Fexite. Какой он добрый. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Я не знаю, ну давай. Разыскиваем Хальсина. Не прокатило. Ладно, тогда с дороги. А песик-то за что огреб? And a familiar voice tells you to be calm. You are loved. Это личинка со мной разговаривает. Lucy, lads, we got a true soul coming through. I don't know any house in your excellence. Мне сказали, вы схватили его, когда он пытался проникнуть к вам в лагерь. Oh, one of them thieves. If he ain't dead. He's in the pits with the rest of them. Save the druid if you must. If we spill goblin blood on the way, all the better. А что происходит внутри? Let's celebrate in the raid on Joaquin's rest. We captured a duke, we did, all the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your excellence. The boss is in the temple inside. Midara too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. Ну, ему повезло, что он оказался сговорчивым и внушаемым. Если они сами не нарвутся, может быть, кто-то из них и переживет. Можно, не надо. Voices irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command.
handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my presence. Звучит как то, что мы не будем делать. Это призма. Подруга, ты что сделала? Give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is gone. Muted by this Gith relic. Why does a half-elf carry it? Что это было? Что это за голос? Absolute speaking to us. But we managed to shield ourselves. We should keep moving. Тот артефакт заставил голос замолчать. Что он такое? Это не ничего. Прошу, расскажи мне, что тебе известно. Нормально. I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Почему врата Балдура? I suppose if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us were sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. Она все еще супер загадочная. We're all entitled to our secrets. Но, с другой стороны, от меня это не очень, как бы, правильно предъявлять, с учетом того, что я серийный убийца. И скрываю это от них. Спасибо за откровенность. Как тебе в руки попал этот артефакт? Githyanki runes, ancient as Vlakith herself. You stole that from my people. Yes, and a lot of my people died in the process. I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself. The three figures in the vision, the Chosen, are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. No doubt the Githyanki will seek to reclaim that which is theirs. And you still do not know what it even is. Прекратите обе. Нам нужно работать сообща. But any crimes against my kin will be answered for in time.
I just saved you. Keep that in mind next time you want to air your grievances. Я думаю, предлагать ей отдать его нам было бы нелогично, она бы точно не отдала. Так, спасти друида, поискать в тюрьме гоблинов, узнать больше про артефакт. Так, ну давайте разбираться, чем у нас тут порадуют гоблины. Но у нас в планах точно прирезать здесь всех, кого только сможем. О, Вова. Burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it your goblets and drain them with pride. Draw Raxlin, the true soul, had led you galant. Слушать его очень внимательно. Do as she says. Now. Now, where was I, huh? Wait a tick. That a friend of yours? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. Похоже, мы только что его подставили. Never. Come. Let's continue our ballad. Draw Raxlin, draw Raxlin. I am draw Raxlin. Tumptuous, draw Raxlin. You broke him. Wait, wait. Draw Raxlin. We pray. We. Come on, pigeon. Back to your cage. А что я сделал? Я просто стоял и слушал. Покажи, что у тебя тут есть. Пика. Клевец, колющее оружие. О, зелье лечения. Это мы берем. И вот это мы берем. И припасы мы берем. И арбуз мы берем. Максимально. Ну, вот это прикольно, кстати. Надо брать. Ботинки поддержки. О, вот эту фигню надо нацепить точно на Shadowheart. Перчатки лучника. А это мы нацепим на Астариона. Тут сыромятный доспех. Это можно купить и на Shadowheart нацепить, я думаю. И вот эту фигню мы тоже прикупим. А, у меня нет денег на это, да? Так, а давай тогда продадим что-нибудь. Ну что, тут кучу всякого левого барахла лутали. Ну не то, чтобы у нас прям есть что интересное продавать. Адское железо точно нет. Мы все оставим.
У нее тоже нечего продать. Ай, ладно, хрен с тобой. И так сойдет. Get moving. I've got other customers. О, Медведосыч. Это же наш дружок. Well now, you look like a tough one. But have you got smarts, skills, guts? Короче, некуда. And you're gonna need it, mate. This ain't your standard dungeon. Тут тебе не здесь. This is chicken chasing. Это дома, это Медведосыч. Besides, I reckon it owes us, seeing as how it just ate our last chicken. Reckon it owes us a game. You want to hear the rules or not? Only the greatest game since eggs sprouted legs, mate. You just gotta chase the chicken round the course and through the posts. But that ain't all. Gotta do it quick and alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Sound easy? It ain't. Better contenders than you have been bested by the bird. Это жестоко, не желаю часто таких забавах. No skin off my ass. Just remember, you had the chance to be a part of something grand, and you walked away. Жареная. Statue of Saluna. This room must have been dedicated to her. And now it's a nest for some. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Давай попробуем проникнуть в ее мысли. Нормально получается. Can't be here to see the true souls. Those types don't even bother to wait. Я иду на встречу с верными. Ты хочешь заставить их ждать? Well, да, любой подойдет, в принципе. Давайте к кишке пойдем. Might feel different once she puts a burning brand here. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin ass. Прелесть. Oh, come on. Saluna. Mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Не самое привычное для тебя место. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Ладно, не будем. А вот и кишка. Или кишка. Кто она? Давайте-ка сохранимся от греха подальше. Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. А может нет? Я не позволю просто так взять и выжить на клеймо. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a parasite.
Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man. Один из тех избранных. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Давайте проникнем еще глубже. A tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Ты можешь его изгнать? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Я уверен, что ты тоже заражена. Ain't nothing wrong with me. You're the one who's sick in the head. No need to panic, though. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi, priestess. Так, и что у нас тут? Попросить жрицу, чтобы она осмотрела паразита, убить трех вожаков, спасти Вола. Куча дел. Экс. Тут у нас Вола, тут кишка, вожак, вожак, Хальсин. Ну, пойдемте сначала с кишкой пообщаемся. Куда она уже утопала? Туда? Что именно ты будешь делать? Ну давай. Нет. Я думаю, что нам можно просто ее наконец грохнуть уже. Ой, а почему у нас рога фиолетовым светится? Прикольно. The Absolute will protect me. You don't stand a chance. Это сейчас выясним. Точно, блин, я же старю. Я же их закупился, я же никого из них не переодел в итоге. Ауч. Блин, взял огреб на ровном месте. Да, Лизель, ты чё не так с тобой? Так, а мы что тут закупились всяким барахлом? Перчатка лучника Астериону. Сапоги поддержки. Она вон, чем он у нас босиком ходит до сих пор. А ботинки для прыжка, ну давайте этой мадам нацепим. И пусть носит свою старую обувь сама. Боевая доска Абсолют. Талисман Абсолют. А что за амулет?
Хилка. А давай. These boots have seen everything. Была кишка и кончилась кишка. Вот пороемся у нее в покоях. Здорово. Так, ну тут мы ничего не видим. Привет. You not supposed to be here. Leave. Предлагаю ее завалить тоже. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Нормально. Серьезно? Огненный щит тепла. Огненный щит — это типа вот от костюма? О, точно, мы же еще и поиграть им можем. Бить уже нечем, да? О, нифига она ее. Мощно. Ха, критический промах, лохушка. А, это пронзающий удар. Бедняжку просто затюкали. Серьезно, опять мажет. Пу-пу-пу. А когда? А, он до следующего уровня нам еще долго. Припасы, припасы — это хорошо. Ключ от висячего замка. А тут книжечка. Эликсир магического развития — это что такое? А, это книжка? Нет? О, смотрите, мы выучили новый рецепт. И что он дает? Сублимат шафрана. А тут нужен узорчатый мох. Ну и ладно. А тут у нас что такое? Ой, идите вы с этими расщелинами куда подальше. Так, а там он что-то нарисовано было на потолке. А тут вот видим, тут загадка, а разгадка ее была вот здесь наверху. Только, блин, оно пропадает, если я пытаюсь посмотреть. Есть. Ладно, здесь мы пойдем разбираться потом. Сюда мы еще успеем вернуться. Пока что нас ждет дальнейшее развитие. В лагере гоблинов одного из предводителей мы завалили радостно. И вроде даже на себя не успели прям всех сагрить.
Вот такие мы коварные. И при этом никто даже не заглянул в открытую дверцу этой кишки. Давайте закроем дверь от греха подальше. Здрасте. Где-то вот там вот наверху вола. Пойдемте его поищем. А, вот и вола. Дверку мы, пожалуй, прикроем. И что ты собираешься с ним делать? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Какая жалость, такое прелестное создание сидит в клетке. Hey, don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make him rabid. Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Открывай клетку, иначе пожалеешь. Нормально. I don't want no trouble. Here's the key. Pigeon's all yours. Ну, вот ей повезло. Была бы не такая сговорчивая, уже бы отъехала. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Отправляйся в безопасное место и побыстрее. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Иди в мой лагерь, там и поговорим, когда будешь в безопасности. Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of derring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Так, вола мы спасли. Он будет ждать нас в лагере. Вожакил. Жрица кишка погибла, не успев нам помочь. Очень сомневаюсь, что она бы помогла в любом случае. Так, пойдемте искать Халсина. Все еще интересно посмотреть на его лицо, когда он поймет, что мы перебили всех друидов. При этом говорят, что нам... А, ну... Что нам бы отдохнуть для элитидских способностей. В целом, а нужны нам эти элитидские способности? Как будто бы нет. Мы и так вполне прекрасно справляемся. Тут что такое? What's in here? Чуть-чуть денежек. Wish I got turned the fair. Lucky.
Тут какие-то сундучки. Тут ничего. Тут тоже ничего. А там что такое? А там медведь. Почему там медведь? Keep your hands steady, three. Again! Again! Make it squeal. О, мерзкие гоблины. Пусть не мог взять, отпустить его. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. But first, three more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises! The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Довольно. How dare ya! Напасть на гоблинов. А что ему мешало это сделать с самого начала? Он, похоже, и сам прекрасно справляется и без нашей помощи. Это что такое? Это зачем тут взялось? Трешка в минусе. Ну, а этого можно ножиком пырнуть. О! Куда? Куда она собралась? О, а тут еще и варги решили выбить дверь. Тоже поучаствовать. Паук кончился, да? These boots have seen everything. Так, ты давай в эту сторону подсекай их. Блин. А тебе тоже их видеть надо, что ли, ты хочешь сказать? А что ты можешь сделать тогда? И шо? Ну создала ты пламя. А. Ты можешь его метнуть. Господи, ну метни сюда. Посветлее будет. Прыгай и бей. Лизель, ты чё? Он пошел открывать ворота? Вот паскуда-то, а? Так, Астерион, солнышко. Подстрели вот эту лявку. Молодца.
Бесишь мазать. Вот так лучше. Фига, эта мразь еще и отхилиться умудрилась. Боже, Лизель, ты чё? И ты туда же. Ну, хоть так. Блин, а мы так медведя подожжем. Не вариант. Еще лучше, блин, стало. Боже, Лизель, что не так с тобой? Молодец. Слушай, а может мы этого укусим? Во, вообще прекрасно. Астерион поел, а так а мы еще и в итоге прибили его. Боже, кретины. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Oh. Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Говорят, что ты непревзойденный целитель, мне нужна твоя помощь. Not the most opportune moment, but given the lengths you went to, I assume there's some urgency. Come on then, what's the problem? Unless you'd rather wait for an audience of goblins. Ты что делаешь? Father preserve you, child. Какой догадливый. You're infected, aren't you? The mind flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Опу-пу, потому что. Возможно, тут как-то замешана эта штуковина. That looks very alien. As alien as the mind flayers. They do not belong on this world. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for,
a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Так, ну и что ты узнал? I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Пошли со мной в лунную башню. But there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Ты имеешь в виду ту рощу, в которой не осталось ни одного друида? Все остальные друиды мертвы. Это я убил их. А если мы ему это скажем? Он очень обидится, интересно. Или оставим ему эту мысль на потом? Наверное, не имеет смысла вот прям сходу так признаваться. Сплошной хаос кругом. It helps keep balance. But this is too much. This is unnatural. Help me kill the leaders of this horde. Save my grove. Then I will help you. Three deaths could win us peace. The Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Ну, кишка уже отъехала. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. Так наоборот, прекрасно же. We'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Если я смогу подобраться к вожакам потихо. А зачем? Давайте просто перережем всех, так веселее. May Sylvanas lend us nature's fury. Так, вон там я видел сундучок какой-то был. А, мы тут, по-моему, были уже. Так, тут ничего никуда не ведет. Но нам остается только сюда. Отправиться и начать истреблять. Пу-пу-пу, кончилось. Let's play. Блин, Астерион прям вообще вырезает всех только так. Ты бесишь промахиваться, ты знаешь это? Мы снова с кем-то вступаем в бой. Вот с ним. Let's go.
попади уже хоть в кого-нибудь. Ну, хоть так. Пу-пу-пум. Призыв подкрепления — это вот не очень хорошо, я думаю. Не дотянешься. А, ну про типа пройти можно, но атаковать уже не получится. А откуда ты тут взялся? А, господи, это же я. Попутал. Свободен. Тара вон тоже решила. Тут был проход сзади, мы могли к ней влезть. О-о-о. Интересная. Ладно, давайте пойдем вперед, там будем разбираться уже. Вот эти трое пойдут вперед, а Shadow Heart и я будем встречать Минтару с этой стороны. Light on my feet. Let's finish this. Ну, если, блин, попадем куда-нибудь. Не видно ее. Ну ладно. Да, он такой прибежал. Так, а она на меня концентрацию накинула, да, получается? Блин, а эта фигня жива осталась, что ли? О,
Сейчас они позовут всех. Нехорошо это. Нехорошо. Shadowheart, а ты можешь что-нибудь сделать с этим? Ну, типа, снять там паралич? Нет, ладно, пали. Пали по ментаре. О, здрасте. Мне кажется, там с ментарой будут проблемы, все-таки имеет смысл вернуться. Офига, мы можем аж 3 рывка делать. Хватит Shadowheart напинывать. Нормально. Куда 30%, что мы на нее что-то наложим. Тридцать процентов мало. Лучше попытаемся все-таки ее прикончить. Блин, мы мажем безбожно. Кошмар. Там нас трое на одну ментару, наверное, справимся. Блин. Shadowheart отъезжает. Еще один в минусе. Тоже присоединиться решил. Ну неужели мы в нее попали наконец? Так, у нас же... А, метнуть мы тоже ничего не можем. Ладно, стоим.
Так, что мы еще можем сделать? Мы можем чуть-чуть пырнуть ее. Блин, она его убила, прям тычки. Гастерова. Лейзель. Что происходит? Этот он со спины решил подойти. Умри. Ух ты, он даже жив остался от этого. Отошла от моих друзей. Блин, а пу-пу-пу-пу-пу-пу, что мы можем сделать с этим? Либо зелье, где зелье? Выложим. Вот. Пойдет. Чего она сделала? Выхилилась, стерва. Это вон тоже вон вовсю. Больно. Отойди. Давай попробуем отойти. Как говорится, от греха подальше. По ней безбожно мажет. А зелье какое-нибудь он выжрать в состоянии? Недостаточно. I'm not going to last much longer. Не плакай. Ой, а Астариона там прям надо этим свитком оживлять. А, сейчас ход Лаизель. Тут ситуация прям очень выходит из-под контроля у нас. Хотя подожди, у меня же есть свиток. Так, мы вернули Астариона в дело. Давай ее просто толкнем. Так ее, вот, пусть лежит. Шэдоухарт, а ты что можешь? Ничего ты не можешь сейчас. Ой, это хорошо было.
Астарион, солнышко. Под спины ей вломишь, не вломишь. Кусай. А, ты не кусаешь. А почему ты не кусаешь? А, нужен короткий отдых, чтобы снова начать кусать. Странно, но ладно. О, она опять выхилилась. Ситуэйшн выходит из-под контроля. Так, все, с этими мы разобрались, и надо бежать обратно к своим. Помогать разбираться с Ментарой. А медведь чего тут завис? Лаэзель не в бою, а медведь в бою. Сейчас. Давайте тогда ей... Она выпьет какое-нибудь зелье. Для повышения... витальности. И сделает... А, отдохнуть не получилось. Ну и ладно. Все, Лаэзель вернулась в бой. Бесите. Очень бесите. Давай со спины в Ментару. Допустим, пойдет. А, она его опять убила. Лаэзель, мы уже рядом. Помогай. Она теперь не сможет хилиться до следующего моего хода. В целом ок. Нам бы всем не помешало как следует похилиться, блин. Старион там вовсю отвисает. И я отвисаю, ясненько. О, мощь. Вот это сейчас неплохо было. Все-таки Лаэзель, блин, шикарный танк. Нет. Ура, мы добежали. Трудом, но добежали. Обет вражды, что бы это ни значило. Ждите. Она тоже безбожно мажет. Сам. Все, минус вот этот.
Уже успех. Теперь окружили впятером и будем Ментару напинывать. Ну, Shadowheart не будет. Лаизель старается, но тоже что-то не очень получается у нее. Бесит. Жри зелье. Где зелье? Вот зелье. Ща, может, мимишка порешает. О, вот это был сложный бой. Shadowheart, подъем. Ща все дружно пойдем хилиться. Паучья лира. Да, я с тобой согласен абсолютно. Нам нужен лагерь. Так сейчас нам надо сначала всем дружно красиво переодеться. Перчатки дроу. Интересно, они просто красивые или что? О, они, кстати, нам больше подходят. Паучья лира. Будем играть на паучьей лире. Так, ботинки. Средняя броня. Давайте эти ботинки. А кому? Этой прыжок повысили. Не, ладно, эти ботинки. А Астериону они пойдут? Нет, они ему не пойдут. Ладно. Броня Ментары. Она легкая. Мы можем ее нацепить на Астериона, и она ему как будто бы больше к лицу пойдет. Амулет заблудших. Разговор с мертвыми. А тут как бы не... В конце концов, его можно будет Гейлу скормить. Ну, вроде. Сейчас я там что-то по оружию. Вот она. Дробящая. А, пофиг. В общем, все, мы готовы. Надо отправляться хилиться, а потом продолжать заниматься геноцидом гоблинов. Подожди. I'll wait here. Just know that you're gambling with the Grove's very existence. Подождешь. Чтобы более успешно всех истреблять, нам надо подготовиться, назовем это так. Ну, а тут Вола есть. Даров. А Гейл опять, похоже, жрать хочет. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. Друмалдиусон had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Известно ли тебе что-то об их паразитах? As a matter of fact, I do. But why do you? Мозгоед засунул мне в мозг паразита. You'd have undergone seramorphosis by now. Мне тоже не хочется в это верить, но, увы, это правда. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. Ну... You! Infected by a mind flayer? Ridiculous! Isn't it? Так осмотри меня, убедись сам. Perhaps that's for the best.
I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Ты можешь мне помочь? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Так, Вола решил остаться, и он еще и бардовскую кофту нам подсунул. Какой он молодец. Кому она тут у нас нужна? Condition is worsening again. I need to consume some powerful magic, or it may become volatile. Ну пусть ест. Ну вот этот ботин, клинок, пусть забирает. Thank you. Strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite. Был это невкусный артефакт, видимо, у него. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. The great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Он молодец. Так, здесь господа ничего обсуждать не хотят. Ну давайте ложиться спать. Так, а что это тут со мной происходит такое? The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Потереть ноющие руки. The ache builds as you squeeze your hands together. Were your fingers always so thick? Your skin always so sticky? Chukil gate vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. Агрессивная. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Мы просто переутомились. Ой-ой. А можно вдохновение какое-нибудь А, во, можно перебросить. Во, вот так лучше. I cannot
my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Она воодушевляющая, однако ж. Опа, здрасте, опять что-то происходит. I came just in time. О, это же наш хранитель. Это ты, зло в моей голове, мои темные порывы. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Представить, как ты отрубаешь цепкую лапу. Подняться самостоятельно. Good. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. На что мы именно смотрим? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. To go. The enemy is closing in. I will be back. То есть это наша болезнь, это действительно был цароморфоз. I promise. Но вот этот хранитель, он его остановил. Значит, теоретически мы могли отъехать, если бы Лаизель нас грохнула. Теперь мы можем поглощать паразитов. Давайте поглотим паразитов, я не знаю. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Открыть свой разум личинке. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. О, вот они, элитические способности. Keep a blade close. Астерион хочет, Лаизель и Шэдоухарт не хочет. All right. What now? Что у нас тут? Тоннель силы. Концентрационный взрыв. Псионическая перегрузка. Так, ну я Астериону вот такое надо бы вручить.
Shouldn't have wished to live in more interesting times. Псионическая отдача, полезное дело. Keep your distance, darling. Так, ну, вроде разобрались. Комментариев никто никаких, кроме Вола, давать нам не хочет. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. То есть мы только что в себя засунули еще пару личинок, а теперь нам предлагают вытащить. Я несколько раз тоже проводил эту операцию. Сколько раз? I saw you. I've dreamt of it a thousand times over. То есть ни разу. А поехали. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Позволить ему продолжать. The gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Сжать кулаки изо всех сил. Shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. А он стерильный? Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then... Tap, tap, stab. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Вместе с глазом. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Ouch. Так закончилось наше приключение. Мы просто остались без глаза. There appears to be an amount of cosmetic damage. ты мне глаз выколол, Please, сука. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Некоторую ответственность. Может, надо было его оставить гоблином? Take this. A far superior relic to that old jelly you were trained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Куда? А мы получили видение невидимого. Мы можем видеть невидимых существ, находящихся в пределах 9 метров. А чё с глазиком-то? Ну, мы теперь с Уиллом похожи. Вола. Я какую-то фигню придумал. Но, с другой стороны, дал нам вроде что-то взамен. Ладно, пойдемте дальше потрошить гоблинов.
So, you've indulged. Just helped yourself to a little more power, I see. And there isn't a tentacle to be seen. Not a bad deal, I'd say. My only complaint is that you didn't want to share. I wouldn't mind indulging myself. В смысле, я ж тебе дал. Может, в следующий раз? I might just hold you to that. Так. Что там в комментариях? Ничего интересного. А где еще кого тут можно выпотрошить? Вот здесь. Убить трех вожаков, вожаков гоблинов. Let's see what this does. Халсина, ты идешь? The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. Пойдем. Very well. My claws are yours. Так, а мы туда вышли вообще? Нет, мы не туда вышли, обратно. Нам сюда не надо. Мы тут еще не закончили. Так, нам направо. Нам куда-то туда надо. Нифига. Это ты что сделал такое? В смысле, ты попасть по нему не можешь или что? В чем твоя проблема? Ну, хоть так. Так куда? Еще и не прыгнуть. This is worth the cost. Путь перекрыт кем? Тут далеко, это тоже далеко. Так, норм. Another step forward. Ну вот так лучше им точно всем будет видно. Гигантский паук, прекрасно. Это все? Нормально. Так, а нам куда-то туда надо. Ты там что чилишь? Критический промах. А теперь мы с кем деремся, скажите, пожалуйста.
понятия не имею, что тебе делать. А, ну вот он стоит, чилит. Может, добьем? Добили. Только битва не кончилась. Вот там вот еще вот эта вот фигня летает. А, вот ты где. Breathe deep and move. Замечательно. Так, а этот товарищ вот здесь у нас. Всевидящее око типа не хочет с нами никак взаимодействовать. А, он еще и в пропасть свалился. Glassy black surface reflects your gaze. As you gaze deeper, you feel a focus, an intent. Потянуться к этому ощущению. Lurching connection, the sensation of falling into your own image, endlessly. Confusion, alarm. Then the presence withdraws, leaving a dull black mirror once more. Что это должно было значить? Давай взорвем ее. Потому что нефиг подглядывать. Так, а он остался с той стороны стены, а тут как-то пройти. А, вот он где. Вопрос, а как мы туда попадем? А, вот в эту дверь мы попадем. Понятно. Храбрый Клак, у тебя есть ключи? У тебя есть ключи, умница. Так, в смысле, мы же открыли. Ключ не подходит? Я предлагаю тогда войти с ноги. А что, дверь? Подожди, а почему дверь не дамажится? Так, вы все отошли. Я подошел. Я хочу дамажить дверь. Отойдите. Так. А что не так с дверью? Ну?
урон огнем же должен быть. Кидай. Подожди, урон огнем же должен по ней проходить. Нет. Ладно, давайте тогда просто вскроем ее. Делаем короткий отдых. И прям с порога началось все. Что-то интересное. Да в смысле критический промах? Да что не так с тобой, господи боже. Конченый. Еще и кинуть мы ничего не можем. Мертвый летит. Здрасте. Ха! Ответили ему. Больно тебе, сука? Блин, он в меня какой-то сранью кидается. Зачем он это делает? Так, Shadowheart, ты у нас умеешь паралич. Иди займись делом. Ага, ну он прошел испытание параличом. Мы просто аккуратненько не подойдем, потому что она упала. Медведь. А он не может ничего сделать, да? А, или как шаги кончились. Ну давай на рывке. Продолжай идти. Victory awaits. А ты прыгнуть даже не можешь, да? Ну пуляй оттуда. Хоть так. Ой, я знаю. Оказывай поддержку. Молодец. Оу, вот это нехорошо было. Подожди, это кто наложил благословение? Вот он? Так. Как насчет того, чтобы пойти и сделать кусь? Молодец. Умница. А теперь потроши его. Просто лучший. Ну и как бы стоим и радуемся жизни. Так, это вот эта мадама наложила благословение. А мы мажем. Ну давай вот так себе щиточек наложим. И отойдем вот сюда. Блин, нифига он мощный. Лизель, прыгай. Молодец. А теперь делай грязь. И еще. Да, надо что-нибудь обезоруживающее ближнего боя. Так, урон нанесся, но не обезоружился. Пойдет. Чуть-чуть света. Адское возмездие. Хе-хей. Адское возмездие свершилось.
Ну и чё ты вращаешься? А кто от тебя прятался? Чьё присутствие ты там обнаруживаешь? Идиотка. Убей. Лучший. Ну, я, наверное, немножко хила не помешает самому себе. А этот вон что-то стоит, отвисает. Астарион, солнышко, реши проблему. Delicious. Астарион, это не то. А, вот тут еще этот клуша стоит. Умри. Почему мы все по ней мажем? Кто мне объяснит? Все, эта клушка тоже в минусе. Сейчас, где у нас Аксбеджа, где еще один? Или у нас в бой... Вот этот вот где? Это Нарвас, а вот это... А, вот оно. Ну, ты тоже мажешь, подруга. Почему мы продамажились сами по себе? Очень интересно. А, этот решил сам подойти к нам. Какой молодец. Бабуля тоже в минусе. Че, а может мы наконец попадем? Вот так-то лучше. А враг у нас где остался? Ага, вот этот. Понял, принял. Лизель. Не, ну мы после этого все равно пойдем отхиливаться. Алсин. Пусть похилит кого-нибудь. Ну вот ту же Лаэзель. Нормально. Survival is all that matters. Don't waste a step. Слишком далеко. Ну а теперь-то ты его подстрелишь? Подстрелила. Умница. Ты actually did it. The leader's dead. Praise Sylvanas. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Это роща, которая померла? Ты хочешь сказать? Не стоит благодарности, мне нравится проливать кровь. You sound all but deranged by blood. But I suppose even a feral wolf has a caring hound at heart. Return to the grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Сейчас он и узнает, что мы там всех крыли. Лунные башни.
Лисин в изумрудной роще. Герцога надо в лунных башнях искать, поговорить с Зевлором. Давайте в изумрудную рощу телепортнемся. Swift as my feet can carry me. Вот Халфинка сейчас порадуется. Given your own nature, are you really the one to judge? Ой, Зевлор, здорово. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Спасибо. It's not enough, but it's all we have. It's quite a day for reunions. Halcyn has returned, too, and I expect he'll want to speak with you. As for us, no armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate, if you'll have us. Okay. Увидимся там. This tiefling's pretty fragile. I remind you. We're ready to head to your camp. Are you? Увидимся там. With the leadership dead, no attack will be mounted on the grove. I am in your debt, my friend. А, все остальные друиды мертвы, они напали на нас, нам что защищаться? Yes, you did. You acted according to your instincts, to nature. This is my fault. I was not here to guide them. Now they rest forever. While I carry the weight of my failings. But the grove still stands, even if they do not. Thanks to you. Как все просто. Я спасал своих сородичей, не рощу. And yet save it you did. I am grateful, no matter what your motivations. Soon. First, I must set matters to rights in the grove. And you should celebrate your victory. After being dormant for so long, your infection is unlikely to produce new symptoms spontaneously. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. У него все просто. Хватит с меня задержек. First, I must set matters to After being tomorrow morning, we shall discuss what is А что дальше? The journey to Moonrise Towers and all the dangers that that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. А тут у нас только тифлинги остались, да? Ну-ка, а что по музыкальному инструменту? О, они все резко ломанулись смотреть, как я играю. И Лизель такая, я не смотрю на это, не смотрю. Они все... Чё, а деньги-то где? Там типа есть ачивка заработать 100 монет. Так и... Деньги где?
Куда вы все резко разбежались? Никто не хочет больше платить. Что у нас тут еще есть? Ладно, пойдемте в лагерь. Желающие пообщаться. Кто-нибудь? Никто не желает общаться. Ну, а вот и набежали тифлинги. Так, у Астериона есть что сказать. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here. Тошнит от того, что ты кого-то спас. What do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. Отпить вина из его бутылки. Что будет? It's a heavy, rich red, dry and sharp. See what I mean? Awful. All I want is a little fun. Is that so much to ask? И что же тебе кажется более завлекательным? Sex, my dear. A night of passion. Let's wait until things quieten down. Once the others are asleep. Боже. We'll find each other. I trust you enjoyed your evening. Ну, все неподобающее осталось за кадром. Продолжаем. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done. And I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. Тогда в лунной башне. There's more you need to know. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place, a cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Мне придется туда отправиться и выжить. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Siluna. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketherick Thorm built a secret stronghold deep down there before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars? I must see for myself. Aridan and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketherick's forces could access both the Temple of Siluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Как же мне этот, отыскать этот путь под землей? You'll need to pick it up where Aridin left off. Find the hidden entrance. It's somewhere in the Temple of Siluna. One of the adventurers had a clue to help find it. A dwarf called Brian.
It might still be found on his corpse, wherever the goblins left it. Ну, мы пойдем. Я уверен, что мы сейчас сходим сначала наверх, потом спустимся вниз, не доходя, поэтому пойдем по подземью. Anything is preferable to risking the shadow curse. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Да, пусть остается. Do not be so impatient to move on as Halsin. Да, вот мы сначала пойдем в ясли Гитьянки. А потом уже дальше во все остальное. Такс. Еще раз, что у нас тут по квестам? Пройти либо по подземью, либо через горный перевал. Так, ну этого с этим мы разобрались. Вот. Ясли Гитьянки — это наша следующая цель. Такая... Дворецкий пока больше не появлялся. Так, у Астариона на спине вырезано стихотворение, написанное на дьявольском языке. Это сделал Кассадор, его бывший хозяин. Ну вот зачем? Район кушанья. Пару сусура мы еще не нашли. И приданное бедняги мы не нашли. Так что у нас еще тут есть чем заняться. Ну а этим всем мы уже будем заниматься в следующий раз. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.